Так, ребята, всем-всем привет, я сегодня с вами Джамалидин Мурадов и вас приветствую на своего канал Дальнобой ТВ, Дитрак ТВ. Так, ребята, у нас сегодня четверг в 2023 году и у нас сегодня релиз, обзор про Дорога Африка, которая адаптирована, исправлена под наш актуальная версия 1.48.0.1s с доп. Еще DLC, как бы Steam лицензия и так далее подобно. Так, ребята, при досмотрении моего гайда я вас попрошу подписывайтесь, ставьте лайк, а для тех, кто не подписался, советуем, рекомендуем подписаться на моего канал, для того, чтобы не пропускать всякие полезные гайды, видео, обзоры, ну и так далее подобно. Также хочу отметить, что для тех, кто завтракает, обедает, ужинает, также им при этом аппетита, также при этом и просмотр. Что ж, ребята, обзор будет продолжаться краткого интересного, так что, ребята, особо не переключайтесь, обзор, погнали, всем при этом и просмотр. Так, ребята, версия игры у нас 1.48.1.0s, как бы Steam, совсем дополнительно DLC, не знаю, если так видно, вот так переносим. Релиз 1.48.1.0s. Понятно. Так, так, ребята, прежде установить карту, хочу кое-кем-то познакомить. То есть, смотрите, ребята, это дело мы свернем. Так, файлы вы можете получать из официального сайта TerraMap Time Release. Релиз, если так сделаем глобальный масштаб. Вот она. Релиз «Дорога в Африка». Кликнем классический вид. Релиз. Новый релиз «Дорога в Африка». То есть, что хотел отметить. То есть, кликнем вид, как бы, «Вайв». «Дорога Африка». Вот она. Так. Так, типа, здесь информация, как, что, чего, как использовать. Также здесь типа соглашение. Исправлена ошибка. Версия 1. Так, кстати, ребята, это не версия 1.0, а естественно, что версия 1.0.1. Как бы изменения. Никакие изменения нету. Дело в том, что он просто адаптирован под 1.48.1.0s, как бы релиз. И игра у нас релиз, и Дорога Африка у нас релиз. Так, то есть смотрите, как попадете на официальный сайт TerraMap Time. Здесь есть раздел загрузка, то есть модуль 1, там модуль 2, ну естественно DefenMap. Так, как все это дело вы скачете, заходите в раздел загрузка, да, ребята. Я просто, у меня немножко с компьютером произошла проблема, я случайно немножко торопился, и я начал их удалить. Хотя они уже есть. Вот как вы все это дело начинаете скачивать, там три файла. Скачивайте, и как все это дело вы начинаете скачивать. Так, сейчас заходим на где вы начинаете его скачивать. Назначайте путь назначения, там типа вот у меня, я в данном случае начал создать отдельно папка для того, чтобы с другим модом не запутать. Вот три файла: Roto Africa, Model 2, Model DefenMap. Берете вот так чипок, копируете, ищите, где у вас хранится мод Eurotrack Simulator 2, папка мод, и ставить. Естественно, что они у меня есть, я могу либо пропускать, либо давайте я лучше заменяю файл. Как видите, как мы видим, все это дело у вас, у нас как бы процесс загрузки идет, как бы вот все это дело также вот, начинаете скачивать из официального сайта TerraMap Time. По-моему, что где-то несколько часов назад его официально автор начал адаптировать под 1.48. Так, что ж, ребята, как видите, как мы видим, все это дело у нас теперь добавлено. И что от нас, от вас остается делать?
остается попасть Евротрек Симулятор 2. Сейчас, как видите, как мы видим, сейчас у нас загрузка пойдет, как бы. Вот. То, что немножко думает, это у меня за компа. Вот, как бы, как-то так, как видите, как мы видим. Все это дело escape. Все это дело пропускаем. Теперь поехали. Каким образом, каким приоритетом, с каким макаром у вас и у нас должна быть. Так, здесь, как обычно, ничего делать не будем. Попадем в управление профиля. Создать новый профиль. Как хотел отметить, что пока данный случай у меня Steam, я могу его либо оставить, либо исключить, как бы, если также, если у кого Steam, официалка, либо можете оставить, либо можете исключать, как бы, это по вашему усмотрению. Пока данный случай я это дело буду оставить, ну, пропускать. Также здесь, как обычно, ничего делать не будем, попадем в раздел мод. И вот, пишем здесь, как там пишется. Африка, вот она, с каким приоритетом у вас у нас должна быть. То есть смотрите, не знаю, как у вас, у меня всегда идет правильный приоритет. То есть смотрите, модул 1, модул 2, ну естественно, DefenMap. В случае при создать нового профиля, в случае при выборе штаб-квартиры, чтобы в данном случае не было вылета, ваше внимание предлагаем ставить высоком приоритета подключение одна подложка для Eurotrack Simulator 2 версии 1.6.2, как бы, зависит от подключения карта мода. Естественно, что да, ставьте вот с таким приоритетом у вас и у нас должна быть, вот с таким макаром. Модул 1, модул 2, ну естественно, DefenMap, вот с таким порядка у вас и у нас должна быть. При правильно актер модер принимать применить. Как хотел отметить, что если у кого, как у меня, стимовской, либо оставляем, либо исключаем, как бы. Пишем здесь, как обычно, там, как там пишется там. RTA, там версия 1.0.1 под 1.48. Вот. Ну, естественно, S как бы. Выберем какой-нибудь там дядя там. Пускай будет, как обычно, man. Ну, естественно, там без разницы логотип. Пишите там какой-нибудь там ля-ля-ля-ля. Так, создать. Ребята, я это дело делать не буду, по такому причине, что у меня есть готовый профиль. Могу вам его предложить, конечно. То есть, начали исследовать 133. Да, у меня как бы, когда еще у меня была паблика бета, то есть, да, сегодня у нас четверг, как бы уже релиз, как бы официалка, вот. И что хотел отметить, что сейчас, как видите, как мы видим, загрузка. Да, я, правда, я только что начал все это дело обнаружить. И решил с вами его поделить, как бы, как видите, как мы видим, загрузка летят, не проблема. Хотя, не знаю, до этого у меня тоже загрузка полетела неплохо. Что ж, ребята, здесь, как обычно, ничего делать не будем, попадем смело карта. И вот, ребята, ну это, естественно, что у нас дефолт. И вот у нас начинается из Триполи, паромное сообщение идет, то есть, и, как хотел отметить, что для любой модовая карта у вас должна, при наличии у вас должна быть 7DLC. Если нету 7DLC, то уж извините. Хоть там у вас пиратка, что стимовская, нету DLC, значит никакие сборка вы не получите. Ну, не сборка, я имею в виду, там любой модовый карт. Спасибо за внимание, идем дальше. То есть смотрите, то есть как хотел отметить, что он дружит с Валенсией, как бы Сибири, также дружит Италия. Видите, да, где вот Неапол, то есть. Ну вот, Триполи, как бы. Ну, что могу сказать, как хотел отметить, что здесь плюс-минусы пока никакие мы не получили. Ну, если дальнейшее автор Terramap Time, может это как бы стартовый вариант под 1.48. Но может еще там
автор Theorem Uptime может что-нибудь задумать, передумать, и, ну, естественно, что запустить. А так, больше ничего сверхъестественного. Просто, как хотел отметить, что просто адаптировано под 1.48.1.0s. Вот как бы как-то так. Что ж, ребята, надеюсь, обзор кому-то было полезно, обзор кому-то помогло. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите в комментах, что вы будете думать о такой замечательной сборочной карте «Дорога Африка». Вот как бы как-то так. Что ж, ребята, берегите себя, берегите свои близкого. Всем пока-пока. До следующего выпуска стрима. Всем пока-пока.